буква «У» в этом имени означает развитое воображение, великодушие, доброжелательность и порой излишнюю прямолинейность. Верность слову, а также выбранной цели – это основная отличительная черта. Звук «А» в имени человека внушает ему бодрость, придает силы для борьбы с трудностями. В любви ищут партнера, способного на взаимные теплые чувства. Значение буквы «Ч» в имени символизирует чувство долга, верность принципам, заботливое отношение к окружающим. Счастливыми и удачными днями для владельца этого имени являются воскресенье и понедельник. Все свои главные проекты им лучше начинать 1-го, 2-го, 4-го, 10-го, 11-го, 13-го, 19-го, 20-го, 22-го, 28-го, 29-го или 31-го числа. У них есть свой собственный, нерушимый взгляд на жизнь и уверенность в своей правоте. Эти люди приспособлены к жизни, и вообще все действия владельца этого имени связаны с четкостью. Буквенное значение имени во главе с буквой «А» означает силу духа и стремление к успеху во всех сферах жизни. Эти люди обладают рациональным, гибким, аналитическим складом ума. Они находятся в постоянном поиске новых знаний и истины. Гласная буква «У» вносит в характер хитрость, а именно умение тщательно скрывать истинную цель своих намерений, способности политика. Буква «К» символизирует выносливость, проницательность, скрытность в вопросах личной жизни, а также стремление к власти. Буква «Р» наделяет их оптимизмом, поэтому при неудачах они не падают духом и готовы к новым совершениям. Гласная буква «А» придает движение вперед, но выбор и нрав этого имени диктуют другие буквы, заключенные в имени носителя. Буква «К» в имени указывает на большую твердость, бронебойность. Редко встречающийся в именах звук «У» воспринимается на слух свежо и оригинально. Буква «Ч» в имени дает способность постепенно, но уверенно добиваться своей цели. Какой бы род деятельности они ни выбрали, способность гениального предвидения событий и таинственная притягательность для других людей всегда будут на их стороне. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.